Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришла мне довольно интересная вещь из Китая. И сейчас я про нее расскажу подробнее. Приближается зима, отопительный период, скоро включат в квартирах батареи и будет очень довольно сухо в квартире. И как многие знают, я занимаюсь моделизмом, и когда красишь модели в сухой комнате, бывает, краска, не долетая до модели, начинает засыхать и получается на моделях шагрень. Да, это бывает летом, когда очень жарко, и зимой, когда включено отопление. Потому что краска, вылетая с аэрографа, успевает высыхать уже в полете. И для того, чтобы увлажнять воздух, я купил очень недорогой увлажнитель воздуха за $8 из Китая. Пришел с AliExpress примерно за 30 дней. Сейчас покажу, как он работает. Я его уже опробовал, испытал, мне очень понравилось, и поэтому решил я его порекомендовать и вам. Также вот я добавлял всякие масла эфирные, которые используем в бане, в сауне, хвоя, можжевельник. Все очень хорошо работает, хороший запах сразу в комнате. Когда работаем с клеем, с красками, включаем с ароматом, и дышим приятным воздухом. И очень хорошо работает данный увлажнитель. Сейчас заполню водой, включу и вам покажу. Заполнил водой. Емкость примерно 300 мг. И хватает где-то на 5-6 часов работы беспрерывной. Подключается к USB. И включается нажатием на кнопочку. Пошло распыление влаги. Такое ощущение, как будто пар, но это не пар, а вот мелкая-мелкая такая вот вода. На ладонь держу, и сразу ладонь становится влажной. Также можно эту вещь использовать и как светильник. С белым цветом, и можно сделать нажатием цветную. Выключу свет и покажу. Получается вот такой вот светильничек. Довольно прикольный. И заодно хорошо, что он увлажняет наш воздух, и мы можем спокойно заниматься моделизмом и не будем бояться, что краска будет сохнуть в воздухе. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Кого заинтересовала данная вещь, ссылочка будет в описании под видео.